Итак, зараз мы летим и у корабель Эссон с этой мелкой. Вот. Бориана Михайловича мы в этот раз с собой не берем. Я бы рад, но через недельку в том же направлении, в тот же город, немножко в другую сторону. Нет, это... Итак, что вы скажете? Значит, Париж в 11:10, сейчас 10:40. У нас есть 30 законных минут. Да. Погнали! Let's go to Paris. Paris. Итак, с вами оператор Алина, и мы уже в Париже. Сама неси мой обруч, помоги другу, услуга друга. Что это за чек? Мы в автобусе. Сейчас. Да ладно. Вот. Мы не одни. Мы с Израилем. Это? Боже, коробка. Вот она. С нами едет, путешествует. На. Еще раз всем привет, мы опять на связи. Мы же приехали и идем в магазин. Вот. Поверните. Вот. Идем по навигатору. Идем по навигатору. Идем мы. 2,5 километра. Вот это мало вообще, с утра на тренировку больше попали. Не выпихуй меня, я не хочу. Эта лестница была длиной в мою жизнь. Мы сейчас как из кунг-фу панды в этот, как его, нефритовый дворец ползем. Но мы это ползем в торговый центр. Карифур. Всем привет! Мы сейчас пришли в магазин, там где много... Ой, я потерялась. Там где много всякой фигни, и мы сейчас возьмем всякой, короче, фигни билибердины. Когда намерен серьезно. Я потерялась, я не могу никого найти, ни Алину, ни Юлю. Вы прикалываетесь или как? Я не могу вообще никого найти. Вообще, я хожу и заблудилась. Всем привет! Мы в торговом центре, который называется... Как он там называется? Как называется? Короче, в каком-то магазине, который бесконечный какой-то. Мы его даже не полностью обошли. У него уже который час, и мы уже устали, и мы тут слишком долго. Всем привет, мы сейчас с продуктовым стоим в очереди. И я сейчас покажу Алинины покупки. Она купила в другой косметичку. Хорошо. Она купила такую косметичку за 8 евро, я тоже такую думала, но передумала. Она раскрывается здесь для макияжа, здесь для запитания, а здесь пишут моему всех. Ладно, тут для всяких гриф. Вот, также Алина купила пижаму там.
подходим, снимаемся. Ты не меня снимай. Меня снимай. Потом расческа с мопсами. Очень классно, хорошо расчесывает. Стоит она 3 евро. И все, ты больше ничего не купила? Да. А я купила тапки и антисептик. Потому что мне он же был жизненно необходим. Зато он пахнет лимоном. И, кстати, тут все типа дешево, да, было, и я все купила. Вот, я скупилась на очень маленькую. Привет всем. Сегодня у нас опробование. Вот. Мы завтракаем. Вот. Вот. Алина месит. Месит йогурт и... эти, как их, хлопья. Гранолу и хлопья. Вот. Тут очень много всех кушает. Вот. А еще Юля сама сделала Алине яйцо пожарила. Представляете? Я хотела покушать яйцо. Взяла его. А оно оказалось сырым. Это был эпик фейл. Но потом я увидела, что там рядом стоят сковородочки маленькие, типа самообслуживание. Хочешь пожарить? Ну, Юля пошла пожарила мне яйцо, потому что Алина бы сожгла тут ресторан. В общем, я отведала, и Юля обалденно готовит. Да, очень. Да, Юля? Комплимент шеф-повару. Ты покусала? Да, язык обожгла. Чаёк пила. Какао. Ну, какая музыка. Заходим в зал разминки. Здравствуйте, доброе утро. Вот такой у нас зал будет. Тут мы будем разминаться, затем переходим в очень маленькую коробочку. Там еще можно проверить повороты. И затем уже выступательный зал. В выступательном зале потолок очень хороший. Ну, хороший. Такой. Смотрите, какие тут гимнастки из цветочков. Красивые. Они еще капают, потому что их поливают. Дикий дэнс. Вот это да. Ты давай, стань так же, типа. Такая. Ты чуть-чуть не похожа. Сфоткала. Я видео снимаю. Сфоткала. Красопета. Смотрите, какая красивая говнастка. Ну вот мы и пофоткались, получилось 10 тысяч фотографий. Как будто вот так стоит, вот так. Давайте селфанемся. Сейчас мы уже идем разминаться в тренировочный зал. И будет наше опробование. И я. На этом все. Мы пошли тренироваться. Спасибо, что 10 класс скинулась. Только живот шевелится и кисть. А ну-ка лопаточка. Лопаточка. Thank you.
только жопат. Если ты меня разлюбишь, Фэшн. Мы сидим в магазине на полу, общаемся с Ксенией, обсуждаем все наши подарки. Как-то так. Вот, чтобы вы понимали, мы реально сидим на полу. Не на полу, а на поп-поп подарки. После чемодана. Привет, мы уже выступили. Расскажите ваши ощущения. Я нормально выступила, но в мяче можно было не косякнуть. А еще ты меня криво снимаешь, и это мне очень не нравится. Вот, вот так уже намного лучше. А Арина выступила плохо, сейчас она вам объяснит, почему. Потому что я тупанула жестко. Вот. Шикарное объяснение. Ну, в общем, теперь я буду выступать Юлька, мы за нее болеем. Пошли смотреть соревнования. Да, а вы за нас болеете завтра в финалах. Это видео выйдет после того, как мы выступим в финал, еще вернемся в Беларусь и пройдет пару дней. Ничего страшного. Ну ладно. Окей, спасибо вам большое, Арина, спасибо. Ты писать умеешь? Вообще-то да. Ребята, идем.
фанат. Алина на расхват. Да. Шел 4-й час моего нахождения на трибуне в сидячем положении. 5-й час. У меня ноги сейчас отвалятся. Elle représente la République Bélarusse. De 150 représentant la Biélorussie, Alina Arnashko. La médaille de bronze sera remise par monsieur Patrice Maintenant, président de l'association. Не снимаешь, у меня глаза косятся. А ты? Ты испачкала куртку жёстко. Да, я знаю. Я тоже. Не очень так. Нос. Помогите мне найти капли вообще для носа. Так а что ты не вообще я псы принесла? Да, я думала их забрали. Ну, забрали. У нас они не стали. Но я свои капли, у меня ничего не помогает. А сегодня у меня дурочка вроде красивая, да? Столько курочек на голове. Пушки. Погнали, братья! Ю-ху! Маленький взяла? Да, вроде. Я на продажу нет, забыла. Нет, тогда идем назад. Что-нибудь полезное расскажешь? Я буду спать. Там ехать 5 минут. Там ехать 15 минут. Représentant la Biélorussie, Alina Arnashko. А ты что, отдельно от меня идешь? Ну мы походу взади. Ну, тут мы... Давай я взади. No, to junior. Нет, ну я последняя из юниоров. Поняла? Опять ты. Опять я. Поняла? Выключи. Алина Арнашко просто чудо. Какой пойдет? Как ты выступил? Хочу копить. А, я подумала, на ней камера стоит.
Qui remettra la médaille d'or. Monsieur Michel Boutin, vice-président de l'Union européenne de gymnastique, chargé des relations de la 2FG, remettra la médaille de bronze. Madame Sophie. Молодец, что сказать. Смотрите, это все плакаты всех годов. 40-й, 41-й, 42-й, 43-й, 4-й, 5-й. Тебе идет. Идет желтый. Да. Помень... Элеонора, ты определись, а там белорус, там, там. Я, я. Or you have... Слушай, сегодня такая смотрю. Флаг России, я такая, это флаг России. Да, я видела, она такая, Алина, а это флаг России? Я растерялась, я просто растерялась. Вот, ого, уже пусто. Красава. Сюда. Сейчас мы будем кушать, сейчас нас покормят, сейчас мы будем кушать. Не обеды. Просят на бис зрители. Раз, два, три. Эля, давай! Просто вообще. А сейчас мы вот такие красивые движем на банкет. Кто самый первый мы пришел на банкет? А еду скоро принесу. Или без нее пить только бегать. Мы-то пришли сюда покушать. Мне мама прибьет. Алина. Она снимает прямой эфир. Это я. Вот. Мы с Ариной парикмахеры. И сейчас мы будем делать ей фэшн прическу. Я уже все сделала, но она разводилась. Итак, Арина, что вы делаете? Косичку. О, по-моему, это очень фэшн. Смотрите, какая фэшн косичка. Скажите, что давайте фэшн. Я сейчас кому-нибудь заплету несколько морских узлов. Скажи слово фэшн. Фэшн. Сегодня в этом видео мы вас научим заплетать косички. Итак, смотрите, как это делается. Мы берем волосы Алины и руки Арины. И берем, делим волосы на три части. Юля, тебя вырежу. И делаем вот такую хрень руками. Даже не верится, что вот здесь мы еще пару часов назад стояли, волновались, как мы выступим, и перед выходом, и вот на этом месте мы просто вот в этот потолок бросали предметы, а сейчас мы здесь сидим и кушаем. Всем здрасте, мы опять в аэропорту, мы едем домой. Каким номером мы регистрируемся, а? 9. Что, перед осмотром надо выпить последнюю жидкость? Thank you.
Хочешь кепочку? Не, давай. Гоп-стоп. Стоящих кресел. Не забывайте личные вещи в самолете. Мы благодарим вас за полет с нами сегодня. Будем рады снова приветствовать вас на борту совместно. Дома мы. Белавия 864. Вот это фокус. Вот это тачка. Корета подана царям. Спортивная за нами пришла. Так и не научилась держать камеру. Вот так? Криво. Вот так? Криво. Вот так? Криво. Сюда? Криво. Уже лучше. Уже. Ну все хорош. Давайте закончим все тут, откуда все начиналось. Всем привет! Сейчас мы летим в Корбель. С новыми силами. Ладно.